Всем огромнейший привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня уже начало сентября, я хотела бы снять и показать вам то, что у меня закончилось за лето. То есть это будут пустые баночки, по-моему, за 2 или 1.5 месяца. И, собственно, я хотела вам все это показать и уже выбросить, потому что пакет мне это просто на самом деле достал. И я хочу поделиться с вами своим мнением о данных продуктах, которые у меня закончились за последнее время. Буду, как обычно, показывать все и доставать в абсолютно хаотичном порядке из своего чудо-пакета. И первое, что мне попадается под руку, это вот такой вот спрей от Victoria's Secret, называется он Hello Darling, это белый нектарин и пион. Очень нравится мне этот спрей, у меня их 2, один закончился, второй еще есть. Также у меня есть еще маленькая туалетная водичка такая. Единственный минус этих спреев, они держатся в принципе недолго, но у них очень свежий, очень ненавязчивый аромат, и стоит один такой флакончик 650 рублей. Старая цена, сейчас, по-моему, они подорожали, но мне эти спреи очень сильно нравятся, я их использовала иногда летом, если мне не хотелось какого-то конкретного именно яркого такого аромата, парфюма. И также я использую их всегда после душа и с утра. Очень хорошо освежают, наполняют именно таким вот вкусным, сладким настроением, и чувствуешь себя реально, может быть, окунаешься в атмосферу именно Victoria's Secret с этими спреями. Выкидываю спрей для волос от Киранова. Мгновенный восстановитель структуры волос для окрашенных и поврежденных волос. Это спрей от Флоресан. Серия, как уже и сказала, Киранова. Раньше они мне очень нравились. В особенности вот этот вот именно спрей. Он делал мои волосы такими мягкими. То есть, как бы, ну это было давно, на самом деле. Года, наверное, 4 назад. И вот не так давно я решила попробовать все-таки возобновить эту покупку. Приобрела этот спрей. Но у него, во-первых, подходит уже к концу срок годности. И что-то он меня не впечатлил. Также больше брать продукты от Кирановы вновь пробовать я не стану. Так, в принципе, мне кажется, спрей, ну, как бы неплохой. Наверное, мои волосы просто привыкли к более такому, я привыкла к более такому силиконистому, именно увлажненному эффекту, нежели дает вот этот вот спрей. Скраб от Planeta Organic, 100% натуральный скраб. Сибирская серия, сибирские кедровые орехи, органическое масло малины. Вот такая вот упаковка, мне очень она сильно нравилась, мне очень сильно нравился аромат этого скраба. Также у него такие достаточно крупные отшелушивающие частички, которые, в принципе, хорошо отшелушивают ваше тело, потом вы благоухаете. И у меня было ощущение, когда я пользовалась этим скрабом, то, что у меня в ванне лежат не кедровые вот эти вот орехи, а именно малиновые косточки, очень-очень приятные. Некоторые, кстати, говорят, то, что у него какой-то химический запах, мне так не показалось, он, конечно, не похож на малину, но я в восторге. Скорее всего, я еще раз себе такой приобрету, но пока что он мне надоел. И здесь 450 мл, хватило мне этой банки где-то, наверное, месяца на два. Далее у меня маска от Sweet Hair, это кофейная маска, здесь 500 мл, не особо мне нравилась эта маска, и впредь я ее больше не куплю. Покупала еще с белым шоколадом мне понравилось гораздо больше. Она, в принципе, такая густая, здесь у меня уже ничего не осталось, в принципе, мне нечего там как бы вам показать, примерно по консистенции какая она. А мне не понравился первый, это ее запах, он какой-то не особо приятный, а я очень придирчивый, и плюс он очень сильно, очень долго остается на волосах, и, собственно, скорее всего, поэтому я не буду больше брать эту маску, но мне понравилось использовать эту маску, когда я добавила туда несколько ампул вот хромоэнергетического комплекса от Estée. Действительно, маска начала работать гораздо лучше, но вот так вот я как бы не советую ее, может быть, как бы на любителя, может быть, у меня слишком придирчивые волосы. Но это, кстати, маска именно для восстановления волос. Она этого не делала с моими волосами, следовательно, покупать я ее больше и вам советовать я не стану. Далее соль для ванн антицеллюлитная от Fresh Juicy с, по-моему, апельсином и гуаравой. Неплохая соль, мне понравилась. Воду окрашивает в желтоватый оттенок. Здесь 700 грамм. И советуют не мыться именно как бы гелем для душа, мыльными какими-то средствами после лежания в этой ванне. Неплохо тонизирует кожу. И, в принципе, я как бы периодически покупаю именно вот такие вот баночки. Мне нравится. Буквально вчера у меня закончился гель для душа от... Вообще, это пена для ванн. Пена-эликсир для ванн. Это Avon Planeta Spa. Аромат наслаждения с эфирным маслом жасмина. Здесь 250 мл. У него такой был перламутрово-розоватый оттенок. Очень приятный, на мой взгляд, именно как гель для душа. Как пену для ванны я его не использовала. А как гель для душа мне понравился. Приятный ненавязчивый аромат, он сладкий и, в принципе, хорошо очищает кожу и не сушит ее. Далее... Шампунь Hedel Show, Hedel Drench...
шампунь Head and Shoulders. У меня, честно говоря, некие проблемы с произношением именно вот этого вот шампуня. Этот шампунь против перхоти, основной уход для нормальных волос. Всем рекомендую его именно от перхоти, потому что только вот этот шампунь спасает меня от перхоти. То есть пользуюсь я этим шампунем где-то, может быть, раз в две недели для профилактики. А если я чувствую, что моим волосам нужно прям вот уже так конкретно как-то кожа очиститься, то я в основном увлажняю ее именно масками. Но шампунь хороший, он недорогой, и в принципе я его периодически покупаю. Я думаю, вы уже не раз у меня его видели. Далее, бархатные ручки, крем-мыло, роскошь с маслом ореха макадамии. Источник нежности, питание и защита от потери влаги. Мне он понравился, хорошо очищал руки, не сушил кожу, приятно пах, и в принципе хватило мне его где-то... Если постоянно использовать, то на месяц его точно хватает. Мне понравился, здесь 240 мл, и стоит он, в принципе, недорого. Еще одна соль для ванны, только уже тонизирующая, опять же, от Fresh Juicy. Это у меня со сливой и медом. Очень тоже вкусный, приятный аромат. Она была такая фиолетовая. Мне они очень нравятся, и думаю, буду покупать себе их еще. У меня закончилась вот такая вот пара от Сьос. Это, по-моему, с кератином для окрашенных и тонированных волос. Здесь флаконы по 500 мл. Мне понравилась мне эта серия. Покупала в надежде на то, что будет примерно такой же результат, как от Vela Pro Series, но его не оказалось. И, собственно, эти продукты ничего не делали с моими волосами. И вам же, опять же, я их советовать не буду. Может быть, кому-то нравится Сьос, но я пришла к такому выводу, то, что мне Сьос не подходит. Также в комплекте с тем шампунем и бальзамом у меня закончилась вот такая вот сыворотка от Сьос. Тоже она кератиновая для сухих и безжизненных волос. Роскошные волосы, 100% восстановления, мягкость и блеск. Она, в принципе, ничего, у нее был приятный аромат. Использовала я ее в двух видах, как добавляла в бальзам и шампунь, так и в маски, как отдельный продукт. В результате я заметила то, что после использования где-то недели-полторы, в отдельности, если именно использовать эту сыворотку, то она немного начинает посушивать волосы, но у нее восхитительный аромат, и добавляла я ее, как уже сказала, в бальзам, и так и в шампунь, так и в маски сейчас добила последние, то есть вылила остатки. Ничего, в принципе, особенного, но, в принципе, штука неплохая, может быть, конкретно моим волосам она именно не подошла. Для тела у меня закончился мусс от Organic Shop с белой, по-моему, органическое масло нероли и белой франджипани. Безумно люблю это масло, этот мусс. Вообще, мне, в принципе, очень нравятся продукты именно от Organic Shop, как их крема, но единственное, мне не нравятся у них баттеры для тела, они какие-то слишком густые для меня. Вот эту же штучку могу всем советовать, у меня это уже третий флакон, но вот эту конкретно на баночку мне дарила моя подруга. Всем советую, восхитительно пахнет, быстро впитывается, хорошо увлажняет тело и держит влагу на коже достаточно долго. Не пачкает одежду, если вы намажетесь и буквально через 5 минут оденетесь и пойдете по своим делам. Далее умывалка от Garnier Skin Naturals, основной уход, очищающая гель-пенка, освежает и очищает кожу, экстракт винограда выводит токсины. Мне нравятся эти умывалки, у меня этот флакончик уже третий, но сейчас я взяла другие продукты для умывания, и потом обязательно вам об этом расскажу. Здесь 200 мл, стоит он недорого, удобная очень помпа, хорошо пенится, смывает косметику, в принципе, хорошо с первого раза, в идеале со второго, то есть мне хватало на одно умывание где-то 3 нажатия этой помпы. Кожу это средство не стягивало, всем могу, в принципе, его советовать. Далее закончился гель для душа от Avon Senses. Этот гель называется Аромат Тайны, очень приятный гель для душа, вообще очень люблю гель для душа от Avon, хорошо пенится, не сушит кожу и превосходный, просто практически у всех гель для душа от Avon превосходный аромат. Далее закончился Body Splash, то есть это как бы спрей для тела от H&M. У меня он был с Tropical Swiss, то есть сладкие тропики, неплохой. У него такой немного мыльноватый, вот именно аромат, как вы только вышли из душа, чем-то немного отдает мыло. Мне нравился, опять же, использовать его после душа, либо с утра немного так освежиться. Еще один гель для душа, но уже от Body Art. Это у меня свежесть и очищение с зеленым чаем. Очень люблю. Недорогие, хорошо пенится и хватает где-то, может быть, недели на 3. Плюс здесь объем 250 мл. Я периодически их покупаю. Закончилось масло оливковое от Monini. Очень люблю использовать масла для волос. Собственно, вот это я добавляла как в пищу, так и для волос маски использовала как базовые. Вообще всем советую пользоваться именно маслами для волос. Вы заметите разницу, если вы будете делать регулярно маски именно масляные на волосах,
то у вас и не будет перхоти, кожа будет всегда увлажненная, и волосы будут мягкие и послушные, секущихся кончиков будет меньше, и блестеть они будут лучше. Главное, не перебарщивать и хорошо смывать масла. Молочко сорбета от Garnier. Мгновенное увлажнение 24 часа, биокомплекс, экстракт персика смягчает и успокаивает. Мне понравился, но покупала я его на самом деле в надежде на то, что он будет пахнуть именно вот персиком из-за аромата. Не было этого, и единственное, мне не понравилось, он оставляет липкую пленку, так он хорошо увлажняет, не щипит, но впредь я больше брать его, скорее всего, не буду. Закончилась очередная парочка для волос от Чистой Линии. Решила, у многих очень девушек видела именно что они пробуют Чистую Линию и так далее, взяла на пробу фитотерапии здоровые волосы, шампунь регулирующий. Это значит, здесь 80% отвар целебных трав, шалфея календулу и тысячелистника. Уменьшает жирность, сохраняет свежесть волос для нормальных, склонных к жирности волос. Действительно так, но бальзам очень-очень жидкий, то есть практически, когда я пользовалась этим бальзамом, я не чувствовала никакого какого-то именно увлажнения, если вы заметите, то есть даже шампунь как бы у меня еще не до конца я его добила, хотя обычно, если мне продукт очень нравится, я всегда его использую до конца. Действительно, жирность убирает с волос, волосы пачкаются меньше, и свежесть их продлевается дольше, но меня эта серия не впечатлила. Может быть, попробую еще именно с таежными ягодами, но вот эту я больше брать не буду. У кого у девушек именно не очень сухие волосы, но склонные вот именно к жирности на корнях и кончики не пересушенные, вы можете попробовать эту серию. Мне же для моих пористых очень сильно волос, подверженных ломкости и так далее, вот эта серия не подошла, но свежесть действительно сохраняет дольше. Масло от Johnson's Baby выглядит у меня в такой вот не очень привлекательной упаковке уже, то есть как бы он побитый немного, ему у меня где-то года полтора, допользовалась очень, он мне нравился именно в смешивании, то есть я добавляла его, брала его как базовое масло и добавляла туда какие-то эфирные масла, там, например, апельсина или корицы, очень нравился, но вот как бы вот так я его использовать бы не стала. Моей подруге одной очень нравится им пользоваться, но она потом вытирается полотенцем, и аромат ей очень нравится. Аромат действительно да, но меня все равно смущает вот эта вот жирная пленка, которая остается на теле, и по сути за ночь она у меня даже не впитывается, то есть с утра мне необходимо потом будет сходить в душ, чтобы смыть вот эту жирную пленку с себя. Закончился продукт от Dolce Milk, это вот такой вот тоник был для лица, помпочку я потеряла. Молоко и лесные ягоды, увлажняющий тоник, очень любила его за свой аромат, иногда даже распыляла просто после нанесения косметики, либо после нанесения крема. Мне нравился, действительно, может быть, увлажнял и очень давал приятный аромат, который сохранялся потом на вашем лице. Далее закончился вот такой вот крем от Oriflame с балансирующий крем для лица с витамином Е и календулы. Не понравился мне абсолютно этот крем. В конце я использовала именно его как крем для ног. Увлажняет стопни, увлажняет вот кожу именно сухую на ногах просто восхитительно. А так у меня от него на лице начинали как бы появляться прыщи, когда я им мазалась. И как маска тоже он не подходит. Во-первых, меня просто безумно удушает его аромат. Во-вторых, он реально дико сбивает поры. Но как крем именно для ног, он офигенный, очень хорошо увлажняет. Буквально там, допустим, если у вас были совсем убитые ноги, вы их прошкурили, отпилинговали. После использования двух где-то дней вот этого крема ваши ножки в первозданном просто состоянии. Следующее, что у меня не закончилось, я выбрасываю, как вам уже и говорила, эта штука мне абсолютно не понравилась. Это вот такая вот новинка, уже не новинка, но тогда это была новинка от Garnier Desodorant Neo. Это невидимый сухой крем, у меня это был фруктовый всплеск, 48 часов, абсолютно это ерунда, не знаю как кого как. Здесь, кстати, вот такая вот интересная достаточно подушечка, которую вы выдавливаете, и вот из таких вот трех штучек выдавливаете. Крем. Мне этот дезодорант абсолютно не понравился, он меня вообще не защищал от пота, то есть мне хватало его, наверное, действия на час, на полтора, не больше. Мне не хотелось абсолютно чувствовать на себе какую-то вот эту вот что-то не особо свежее, и поэтому я не смогла им пользоваться. У меня здесь еще вот столько, и я его выбрасываю, то есть он у меня практически полный. Не советую вам, я вроде слышала то, что вообще мало кому он понравился, это новинка от Garnier. Также закончились салфетки влажные для интимной гигиены, 15 штук, но использовала я их как в качестве очищения для рук, неплохие, как бы, как обычно, покупаю их
периодически, по надобности. Закончилась у меня жидкость для снятия лака с экстрактом ежевики. Здесь 105 мл. Конечно, за 30 рублей у меня большие сомнения, что здесь есть экстракт ежевики. Но сама именно жидкость для снятия лака очень хорошая. Она не сушила, во-первых, мне ногтевую пластину. Во-вторых, она очень хорошо смывала именно лак. То есть всякий глиттер тоже очень хорошо смывался с этим цетоном.